Спение все. Больше ничего не будет. Что я подзаебался. Начинается. Я устал, я не могу. Я устал, хочу любви, да так, чтоб навек, а ты паришь секс. Но если у тебя на песню есть силы, значит я не устал. Давайте без. Бз. На бис. Не, мы сейчас кофе выпьем, у меня глаза чуть откроются. Кто-то читал. Кстати, всем привет. Привет. Во-первых. Кто-то читал и исторические факты новогодние? Нет. Ну, именно в игре. Что? О них вообще кто-то знает? Ну, типа, что там, где открываешь коллекцию, снизу... Да, там есть. Типа, вкладка исторические факты. Да, и интересно даже почитать их. Прям кое-что-то новогоднее. Я видел то, что... Интересно, в принципе, я вот решил почитать. Юрки, ничего раз приглас, Вадиму. Сейчас. У меня пишет, типа, ошибка. Вообще, полностью открывается, укреп. Ну ты, типа, зашел, висишь. Я тебя даже в это перемещаю сейчас. Переместил состав. Изменение настройки. Ну подожди, она сейчас разлагает. Где СТР, блин? Где наш, да? Поручик командир. Ну не знаю где. Был тут. Ну как? Я тебя откатывали. Я ему это, я разбудил его, если что. Может и разбудится. Сейчас бузна такой, медведь. User was moved to your channel. Орущая печенька, ты где? А ну собрал все сопли и сюда бегом. Сколько минут до наступления-то? 10. А? Че, заканчивай бой? О! Загрузился. Да ну нафиг. А где Серега? Я в бою случайно, сейчас сольюсь и все. Ну еще есть у тебя время. Чтоб нормально. Так, случайно не сливайся. Стена, он тут не... Марсел, это... Да, я здесь. Все, я вышел. Главное, что эта печенька висит в бою. Ну, типа в игре. Но походу он уснул. А, походу он это. Он же говорил, я смотрю на бутылочку коньяка. Ага. Да. И уснул просто на клавиатуре, смотря на бутылку. Нет, он все. Самое главное, где 10 человек будет уже. Найс. Пятерых вроде это можно. У нас троих не хватает. Открывай тогда легионеров будем. А чё за город? Карта какая?
Та же, что и вчера. Первое неизвестно, остальные могут быть Химки, могут быть Карелия, могут быть Сепи. Неродники. Родников нету сейчас. А что не поставить, Естоль, Е4? Е4. Мы будем в одну арту играть. Ну, придется так. Ага. Ничего, больше будет. Остяжек или тяжей. Так, кто на утешку сядет? Я? Не, ты нет. User joined your channel. Кто вчера на этом на ЛТшке сидел? Я. Yeah. Бери, так. Нормально светишь, пойдет. Чики-окик. Сколько времени до наступления? 7 минут. Как-то слиться не получается, извини. Ну играй все время. Чем? Это по технике, то что вчера было, 2 и 4. 5 эстэшек, по-моему, 4, вроде 5, остальное 7-ки, 2 коня. Один конь есть, я второго беру, 7-ки и эстэшки. О, ветер зашёл. О! Печенечка проснулась, ничего себе. Трололо солнышко, бери артулечку. На четвертом же был. Не-не-не-не-не. Это СТР зашел. Мы в две арты вчера играли. Ну потом в Е4, ну давайте сейчас две арты сыграем, первый кат. О, и Серега заходит, и у нас нормальный добор, и все супер, просто шикарно. Парни, семок за много. Сделайте, пожалуйста, стэшек. У кого они есть? Да, у кого они есть, поставьте стэшки семок. В принципе, сколько? 4 семки, маус. Ну, достаточно, остальные вот стэшек поставьте. Пятачок вот эстэшку сейчас поставит, и Коли зайдет поставить эстэшку, и будет нормально. А, так 277, тогда семки, у кого есть эстэшка? Бугор, Голден, Ветер рвет. Вообще желательно 430 поставить, только они еще имбовые, не тащат хорошо. Так их резать будут или оставят на таком уровне, как он они есть? А, еще раз не услышал. 430 на таком же уровне оставят или все-таки их урежут? А, не знаю, еще неизвестно, что там будет ему нерфить до конца. Но мне кажется, броню будет нерфить, а пушку ставят. Там просто пушка, ну, нормально. Да ему ВЛД за нерфит и все. Скорее всего. Нагибатор зашел к нам. Привет, у нас добор сейчас войск подойдет. Спасибо, что подошел. Говорю, у нас добор сейчас свой один подойдет. И все, и мы поедем. Спасибо, что подошел. Да, спасибо, тебя тоже.
Умный. Парни, еще кто-то из семок или два. Ну. Поменяйте, поставьте СТшку. За много нам тяжело. У нас Маус еще есть, блядь. Но он типа за место ПТшка будет. Если степи попадутся, я не знаю. Ну, будем типа его как-то разменивать, типа. Может, закидывать вместо ПТшки взять ФВшку? Ну, всяко лучше Мауса. Ну, а Маус что сделает? А Мауса мы куда денем? У него только Маус. Понимаешь? Маус по-любому будет. Серега, СТшку, да, бат, ну, норм. Ну чё, нормально, хватит СТшек, хватит тяжей. А чё ты пятак пересел с 8-7? Ставь 8-7. Вы если уже сидите на танк, не меняйте, потому что меня, блядь, это путает. Нет, ты же сказал. Я сказал всем, а кто кому-то пересесть, они с 277, правильно? Ладно, проехали. Сенатор в сети? Кого он здесь в друзьях? Нет он? А, нет. Корм 2, корм 2. Серега, что там он? Он отходит. Чё, Рэд? Сижу спокойно, слушаю. Ох, как он тяжко дышит. Как это пипец. Да нормально дышит, чё. Серёжка, ты сегодня работал, наверное. Да, целый день на диване, блядь. Поднимаю стаканчик. Коньяк, наверное, всё-таки откупорил. Да не делайте из него бухаря какого-то. Нормальный чувак. Наслаждается праздниками, не? Сереж. Ну, выходные, а что еще делать? Хватит, блядь. Наслаждаться, слушай. Пошел подбор. Каких нам сегодня противничков-то подцепит? Твоих любимых. О, а я бы хотел, интересно так. Уровень так. О, это хорошенький, ничего. Да, это будет тяжеленько, тяжеленько. Самое то. Угу. Короче, я четвертый и Маус остаются на базе. ЛТшка и светить вот это. И четвертый с Маусом откидайте, если на него будет кто-то упарываться. Остальные все стандартно едем сюда. ЛТшки впереди, ТТ сзади не светятся. А бат? Бат с нами.
А нет, бат, 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 вот здесь посвети. Ладно, бат сюда поедет. Вот этот бархан, а ЛТшка ты светишь центр. Ты нам просвечиваешь вот эти квадраты. Оттуда нормально оно светится. Потом, бат, смотри, увидишь по ситуации, будешь заходить просто в задницу. Это, что мы, наступление? Он их не база, видите? У вас место есть, нет? Уже добрались. Уже поехали. Док, да, сделай? Сережка, вот тут появятся танки, сразу уходи, уходи. Не ошибайся только там. Мест не будет, да? Пока нету. Кто-то уйдет и поменяйте. Все, уходи, бат. Бат, уходи. Едут. Вот эти вот. Все норм тогда. Тогда сейчас мы просто вкатываем, забираем. Минусуем, пока у них вот здесь вот танки. Е4 с Мауса, вы подходите вот сюда долбить. Конникам дайте сейчас поработать. Хорошо. 700, 900... По фокусу. Да, по фокусу. Вкатываем, вкатываем. Вкатываем, вкатываем. Только фокус. Просто телек. Смотрите, шотах, два шотах. 277 Отлично. 430. Та, помогай. Забрал. 140-й, вот здесь, вот здесь арта. Сейчас работа вот здесь. Здесь мы добираем. Вот здесь надо работать. Заберем. Или кто заберет? Парни, СТшки сейчас добирайте, ну вот это все. И тупо поджимайтесь вот сюда, СТшки. Тебя же идете на центр. Конь на коне, катке. Парни, выйдите, выйдите, разменивайтесь. Выйдите, доберите, потому что светят и у них арта еще кидает. Быстро тушите их. Все надо быстро делать. Видите, с той стороны это. Не клинчуйся, не клинчуйся. Сосете, сосете, вы можете быстрее забрать? Не садите, не сосите просто с центра, блядь. Я не могу уйти, блядь. Дайте ему две плюхи и все. Парни, вот эти, я говорил, вкатите на центр, блядь. Играйте туда вот сейчас. Они с центра валят, их никто не светит. Ну даже не в свете, блядь. Шерина, ну чё ты не светишь их? Ёпи-ёпи. Они откидывают, типа, наши, блядь, а вы не светите их. Минус, да типа, вот ничего. У нас три танка, типа, получается, парни. Чё за дела? Мы откидывали. Тихо, ну, сейчас не было света, сейчас как вы откидывали? Так, ребят. ПТ-шка СТРВС. Бугор, подтягивайся, чё там за... Отлично. Алло. Если попал. Арта КД. На этого упороться надо. СТРВ тоже КД. Крути его, Марсело. С правой стороны заходи. С правой. Что тебе в борт можешь сейчас накинуть. Норм. Все, там справитесь, вот это убивайте быстро, чтобы он еще не убил кого-то случайно. Артиллерию, да. Ща его изнасилуют. И просто выходите, плюс 3 делайте, бата не ищите. Бата не ищите, просто сделайте плюс 3. А, пацан. А его не надо искать, он тут. Два снаряда по мне кинул. Третий попал. Короче, 3 снаряда по мне ушли. Сейчас я эту утку затараню. Охренеть, пинг 600. У меня пинг 29. Игровая толпа все стреляется, я вообще не понимаю, что происходит. Стоят на месте тупо просто. Выкинуло меня, блядь. Ты так не шути. Все то самое, парни, ставим технику. Ничего не меняем.
Давай, заходи. У нас плюс-минус балансированность-то. Да, так, песчаная река. А, ну нормально. Опять, типа, да? Опять, да, песчаная что река, будет? Только мы с другой... Окей. Другая. Все то же самое будем делать, только на центре еще отстрел надо сделать, ставить. Хороший. И Коля готов. Серега, ты тут? Они сейчас дефиться будут. Они сейчас не будут вкатывать, потому что нам нормально. Они будут сейчас упороться, мне кажется. Сейчас больше они возьмут железо. Что-то мне... Кажется! А, нет. Две ЛТшки. Две РТ, два коня. Они под нас косят. У них шестёра одна. Да, у них одна. Короче, батик, ты нам светишь здесь, Е4. Давай-ка ты сюда вот. И два коня идем сюда. Е4, два коня идем сюда. ЛТшка, ты нам светишь. Центр. Остальные все едем вот так вот. 277, 140, 430. Только Маус. сразу типа увидим. Маус. Если надо будет, Маус по воде иди. Потихоньку. Куда бац? Вот так как это вообще? Просто бац, с другой стороны. Да, то же самое, только на другой стороне. Ну смотри, их могут перестрелять наших СТ-шек. А, они дойдут сюда сейчас. Сюда сейчас. Там за барханом. Они сейчас сразу не будут скатывать. Мы пока что отстреляем кони и четвертый попробуем. Перевес сделать. Только тогда будем вкатывать. Надо ЛТ-шку минусовать, он ошибается тоже. Вот по нашему не еще... дали, по ихней нет, парни. Да сука, чё за бред? У нас нет ЛТ-шки. Как, я тебя вроде... Арта КД. Кстати, арта у них вот здесь стоит. Тут. Давайте. Вот там вот, они здесь все здесь, так что, парни, вот это все забираем. Вот сюда заходим. Прям наглую уже. Не играя центр. ЛТ-шку, ну что, нельзя? Она ошибается просто, блядь. Чаешь. Отсюда кинули. Там 62-ка и 140-го и арт. Очень сильно сосет. Арт-удар по нам прошел. Вы, блядь, стоите вообще, красавцы. Вы в притирочку. Вот я почему-то возле вас не стоял. Вы, нас, блядь, арта кинуло. Красивые вообще. Мы накрыли, мы двух забрали. Ну, вы, блядь, два дебила — это сила, я вам сразу скажу. Что есть? Вы еще, блядь, вот все станьте так вместе, будет хорошо. У них на горе. Бат, поджимку сделай. Маус, возврати сюда. Вот это надо додавливать, просто упадать, забирать. Джимку куда? Под гору? Под гору, да, с горы кидают. Арта, садись на гору сейчас. СТРВ давайте. Ставили фокус, разбирайте там, вкатите просто на них. Вы главное вкатите, проедьте сюда, вот подожмитесь, потому что вы, бля, под перехрестом. Вкатите, блядь. Арта, работай туда. Работай туда сейчас. Артудар, закиньте на коней. ЛТ едет на Артом.
Еду, Дионик, следом. Я в свете. Ты 100 ЛТ заберешь бар? А. ЛТ заберется. Это пипец просто. Коня помогай. Да, выезжай на меня. А, ЛТ-шка на меня. Выпрыгивай. Я тебе прикрою. Стер, бля. Я уж и так, бля, вытаскиваю. Без сорты. По одному работаем. Одного, ребят. Дотавливайте. Держи. Серега, уходи на меня. Выходи на меня. Да как, блядь, так? Пиздец, как нищеброды, бля, нихуя никого не пиздец, блядь. Конь, блядь, тебя вот прям. Да ну. Арту, можно? Бля, Арту мне не порежь. Откуда это гандонина? Ребят, если кто-то хочет, меняйте меня, потому что я не могу играть. Ну там есть тени, сейчас поменяем тебе. Ну лучше 600 пинок и просто и ничего не могу сделать. Толк ноль от меня. Да дело не в тебе, он на нас сейчас выкатилось 5 на 5, мы, блядь, слили на. User joined your channel. У нас, я не понимаю, как из ЛТшки пришли. Блять, карте. Там Маус стоял, нет? Ну да, я шот взял. Она за этим была. Ну по воде, наверное, пролетел, я больше вариантов не вижу. ЛТшка. Я уже понял, когда. Ну я тоже занят был. Я понял уже, когда Стер говорит, бля, арта. Сейчас нас съест. Вы тут чуть-чуть быстрее говорите, парни. Что ж, я за всем не могу следить. Юра, меня опять выкинуло. С собой выкидываю. Да. Меня тоже. У кого там пинг? Стене пригласи. Бур. Все, выходи. Стене. Стеня. Я пока в игре побуду здесь. Ладно, приглашайте, потому что мало ли еще не успеете. Он зашел. Нет, уже. Нормально, да. А, все хорошо. Нет, а его тут нет, он так-то сидит. Подожди, да, давай-то лучше зайди. Он Стени, ты здесь? Отошел, наверное? А. Меняй. В ТСке он есть. Его толк.
Я уже был. 40 секунд, его надо менять. Юра, меняй. Да ты поешь, поешь. Все нормально. Так ты меняй. Уже 38 секунд. Да ты поешь. Блять, тут 30 секунд, Саня. Саня. Ну. Питак готов, поставь. Питак готов. Маус подкатываешь на угол, стышки вкатывают на гору. Семерочки заходите вот сюда вот. Семки 277, вот отсюда работаете. Е4, стоишься на базе. ЛТшка в куст по центру. Конники пока что тоже с базы откидаем. И не едем с ними. Тут достаточно будет так. Чтобы не было как в том бою, что сейчас арту отымеют просто. Проезжай, проезжай, едь. Блин, меня отвлекли, куда Маус ехать? Сюда. Сюда, да, блядь. Ага, понял. Мини как понял, уже поиграл. Это я пиздец. Это пиздец. Алтешку. Второй бой уже. Прямо начинаю. Е4, уедь вот сюда, к суперконю. ЛТшки, займите горы, светите с горы. У кого просвет есть? Я в свете. Я в свете. И четвертый, говорю, уедь. Я в свете. Я не могу уже. ЛТшку, парни. ЛТшка, поджим. Сделал. Так, ко мне едут, вот тут куст ломается. Он на этом квадрате примерно. Вот, вот эти танки собрались все, вот так вот ушли в раш. У нас другого выхода нет. Ис, погоди, Ис, погоди, сейчас я обгоню вас. Они тупо откидывают меня. Каток. СТшки сразу поджимка под коня, ТТ выходите тоже, вот поджимайте. Кони у них стоят, один конь здесь и вот здесь. У них вкатка пошла, так что вот это должны быстро минусовать и на захват становиться. Вот это пока держим. СТшки, помогайте. Можешь мне на базу приехать? Да-да. Коня разбирать. Поехали налево на коня. Добейте коня. Ветер, забираем эту мразь. 140-го. Быстрее, быстрее вот этого коня тоже убить. Он будет накидывать гору. Просто забираем вот это и просто ставим на базу. Кого сейчас будет? Вот чё, этих. Может. Вот этих тоже надо минуснуть. Они будут сбивать. Вот ошибается этот. 87. Пиздец, сука. То не гоните, и как ты быстро. Да что-то их дохуя на базе оказалось. Добивать 87, он там что. Вы должны минусовать. Ну чё там, вот коня вот этого забрать нельзя, семки. Блять, СТшки уже... у нас просто упоролись, умирают, пока вы тут одного коня не можете забрать. Сука, меня с трех сторон долбят, как я его заберу, скажи мне, пожалуйста. Нормально, зайти и забрать. Я еду на него, мне в жопу накидывают, я просто не доехал. У
вот уже накидывают, потому что надо было быстрее это сделать, пока СТшки тут еще наши воевали. Помоги, помоги нашему Маусу. Да, да, сейчас же реально проехал. С Каеном долго возились. По сути, мы вдвоем против него стрелялись, плюс 277 стрелял в центр по нам двоим. Но если вам там не видно, парни, стоять. Если вы его не можете забрать, не надо стоять получать, тогда просто уехали нафиг, ну сюда надо было уехать, со СТ-шки. Или сказать оштапу. Мы стреляли, вы ничего не делали, мы просто стреляли с ним и это стояли. Мы ж не виноваты, что вверху там слились. Не, так вы долго его забирали, парни, согласитесь? Мы, считай, против двоих стрелялись. 2-2 просто было. Там один конь. Так вот отсюда еще шмалял 277. Да мне пофиг, что он шмалял. Мы по нему тоже шмаляли. Он тоже под огнем был. Там, я говорю, принципе, конкретно за одного танка. За одного получается. Танка, что надо было его убить просто и подниматься с СТ-шками. Чтобы он вам по ДПМу не накидывал в жопу. Вы его не забрали, соответственно, СТ-шек продавили, потому что вы не подъехали к ним. И все. ЛТшка, ну как-то, я не знаю, слабо. Пересветили тебя. Ты вначале аккуратно. Ты не лети сразу, сломя голову. Потому что ты, блядь, тоже видишь прокачанное у них. Сейчас тебя просираем это на ступени. Думал. Два тайпа пятых поставьте. Коней не меняем. Тайпа пятых. Или маусов, кто у кого есть. Не катит ЕСТО? ЕСТО не катит. Арту убираем, нет? Арту убираем, да. Ставим хэвика не надо. Берем это семок. 8-7 вазиков, да. 3 мауса пойдет. Тайпа пятого, что ни у кого нету? Сейчас возьму. У меня ЛТ оставить, не? ЛТ не, тоже меняй. Не, нам не надо просто здесь, ну, бессмысленно просто. 430-х поставьте, у кого есть. 3 суперконя не надо. В принципе, ладно, оставайся на суперконе, я тогда поставлю. Не, я могу тайпа поставить. Давай, ставь тайпа тогда. И будет норм. Ну, за много мауса, парни. Одного меняйте, потому что если два тайпа, то три мауса нам не надо просто. Вот, 277 подойдет. 62-ка, раз, два, две семки. Так, тайпы. 140 взять вместо бата. 4, 2 стышки. За 140 бери, да. Бери 140. Ну вот, берешь 140 и едем. На голду насадиться, так понимаю. Ну, сейчас будет жарко. Я сейчас сразу разберу. Нам главное хотя бы сейчас отбить, блядь. У нас деф, так что... Сейчас будем, не лезть не будем. Парни, готов? Я Коли. Окей. Короче, значит так, все быстрые тяжи и СТ-шки, мы едем на гору, кони тоже занимаем. Маус один стоит на банане, второй стоит вот здесь. Тайпы стоят вот здесь, пятый. Прижаты к этой горе, не светятся. Е4 остаешься здесь. Остальные все забираем гор. СТ-шки также. СТ-шки, семерки, кони.
Только на гору мы особо не вкатываем, не получаем, типа делаем приемочку. У нас деф, пускай они выкатываются, будем их раздолбывать. Маусы. А чё это? Чё это за маус? Переезжай. Один на банане, один вот сюда. Тайпы сюда. Е4, можешь там даже с ними, если тут пока никого нету. Может даже с ними. На вас, короче, вкатка вот эта. Ладно, разворачиваемся тогда. СТ-шки забираете гору, все ТТ разворачиваются. Интересно. Окей. Может 430 тоже вернуться? Не, вы заберите гору, потому что она нас будет откидывать вот это, сейчас отсюда, просто с этого, блядь, верха. Вы заберите гору СТ-шками. Ветер вперед, не откатывай! У нас уже минус маус, как это выглядит. Тяжи вкатываем, дать пойти. Вкатываем, да. Вы не стоите, вы друг друга мешаете. Ебать, их тут тоже немало. 5 штук тут на горе. Какого хуя они везде? С левой стороны захват залетом. Комбас сбить должны обязательно. У нас 5. 4 секунды. Еще Е4, ну кинь, ты откадешился, блядь, добери 277. Я не вылазит, долго будет и проблематично, потому что справа вон тай 5 хеви, 4 277. Так ты мог спокойно выйти 4 секунды. И минус 100. Парни, помогите, конечно. Две, заберу. Понятно. Бля, ну что-то забирай. Ну ТТ ломать, просто ломать ТТ. Бугор, что ты делаешь? Ты своему не помогаешь, а там хуйней занимаешься. Не, добиваем тут. Добиваем, добиваем, отлично. Ставьте четвертого фокус. Он дамажный. Слишком. Ребята СТ справа заходят. Справа. Справа, Каен. Справа, ребят. Блять, 50 бэнов нахуй сбирать меня. В 430 мне маску пробил. Лолу. Да мало на гору отправил. Но тут было больше танков. Почему мы их не перестреляли? Маус как-то в начале слился один сразу. Значит, ты неправильно занял позицию. Естественно. Ну, ошибка. Именно твоя. Значит, ты неправильно занимал эту позицию. Потому что могли слить уже много танков, да? Тоже как ты проезжали. Почему-то именно тебя забрали. Че, у нас все тут? Нет, еще один бой, но они типа по-любому побеждают. А еще будет, нет? Ну и нахуй тогда играть, если они в любом случае побеждают. Не, ну если мы отыграем, мы меньше потеряем, блять, ресурсы, понимаете? Сейчас вообще идет загрузка данных, еще неизвестно. Как-то степь. Степи? Степи? Да. Тайпов меняем, маусов меняем. 87, 430. Все, ребят, берите легионера, если это не придет. Я не могу. Артём, легионер. Че, брать тяжик или СТ-ку? Пим, 3-9 и все, и все стоит на месте, ничего не будет сделать. Все, понятно, все. И 7, и 100, то есть 10 и 5. Сань, бери СТ-шку или ТТ, вазик это, не знаю. Два коня нам хватит. Давай я СТ. Питак, возьми бабаху.
У меня еще не раздуплится игра. Да мне тоже идет загрузка данных. Я меня на батчах не вижу. Да, да, да. 4 сосинок. Почему? Да, 4. Два коня. Ну пойдет. Маус. Маус. Да, да. Монолит подошел. Готов, ставьте. Итак, Марселло. Загрузка. Не могу. Хорошая игра. Они готовы. Давайте пошли. Ну и у нас у всех раздуплилось сразу же. Блять, мы ЛТ-ху не взяли. Заебись. Ладно, бачатик, ты светишь. Центр сразу вот этот куст попробуй занять. ЛТ-шки на отстрел. Держи быстро сюда, вот с Маусом. Маус потихоньку тоже сюда катишь. Где четвертый сюда, конники сюда. Бабаха, работаешь тоже, типа, со стэшками, потом тяжам будешь, ну, типа, как чисто поддержку, катаешься постоянно с ним. Смотри, не умри. Потому что сетишься, как новогодняя ёлка. Блин, что это за истим? Отстреливается, если на меня упорится. Да, да, тебя кроют. Держи, вот несколько тяжей сюда зашли, несколько тяжей здесь стоят, чтобы, если они будут туда и вкатывать, вы сделаете перекрёстку. На гусле. Блять, как сразу. Помогите. И седьмой. Вот и со седьмого стри. Арта, со седьмого. Все сколько сделали. Да если его сам можешь откидать, бат, если ты будешь пробивать. Парни, ну чё там, батон, не дайте съесть, блядь, единственный свет. Короче. Меня арта фокусит. Супер, у нас ещё и СТ-шка одна слилась. Проезжаем, да? Мы не проезжаем. У нас деф, мы никуда не лезем. Норм. Работает. Они должны вкатывать, понимаю. Вот вкатка ТТ пошла. Работайте. Отлично. ЛТ-шку убить. ЛТ-шку убить. 277-го добить. Поджимку делает под вас. Поджимку делает. Отлично. Под вас. 430-й. Блять, я не попадаю по... СТРВ здесь стоит. На воде. Норм, норм. Вот здесь вкатка. СТ перекатились. Вот это встречаем. Помогайте все сюда. Заберу. Два, семь, семь. Сзади семь. Нюх, а ты удар. Она прошел. Добейте эту мразь. Отлично. Там все четыре. И четвертый, ты поможешь нам тут? Ты видишь? Я ж... Мне УВ не хватает, я вылазил, у меня струны накидывают. Сейчас я откадышусь. Он сейчас вылазит? Наглый на нас. А да, расходку, расходку сейчас сюда надо будет. Отлично.
Объект поселение. Сейчас доберу. Парни, красавчик. Все норм. Смотрите, семки. Семки возвращаются быстрые. СТшки вот сюда проходите. Вот это так, вот просто сзади. Маус тоже проходишь сюда. Есть, капитан. Да я сам сейчас тут продавлю. Мне кажется, тут никого нет. Едьте просто напрямую, средние. Едьте напрямую, никого уже нету. Да, 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 можете вот прям так наглую проходить, Арту. Сейчас, сейчас я Арту заберу. Они БК взломать, я не понимаю просто. Ага. Парни, не сразу, с первого прицел. Выстрела. 95-й вот сюда проедь, я Арту заберу сам. Парни, играть на читах, что-то непонятно. Ну, а что ты сразу просто мне чпок с первого так, выстрела БК. Так прицел автоматически берешь, он сам выцеливает из любимой точки. Мне тоже БК уже второй раз выносит. Это уже теперь уже ленчик. Не удивительность. Можете себя скачать, только это. Не... Давайте раз, что вы? Сучки одноклеточные. Давайте раз, что вы стоите все. Только еще бы ты попадал. Да сука, заколебал арта уже. У нас 430 попадает. Давайте дрон, давай. 1900, давайте. Гасите этих чмошников. Блин. Пошли на обратку. Статюк кончен. Да какие они там нахуй статисты, это дауны, блядь. Сережа. Это читеры. Даун, который играет на читах, это не статист, это даун. Подожди, это не уверенно пугаться заберу. Это неуверенный в себе игрок. Он мулю у нас. Такой. А, еще будет бой. Ну хотя бы сейчас еще бы отбить, бля. Я пришел и все нормально. Утяжеляемся. Тайпы Маус обратно. А, Е100 есть. Могу смотрите, взять. Сейчас можно это взять, так как у них там 50 башки вкатывали. Два хэвика. 57-х. Два хэвика 57-х. 430-е по максу поставьте, пожалуйста. У кого есть, ставьте 430, а потом я уже подберу. Там 3 штуки будет у нас. Парни, у кого есть 430? Че, ни у кого нету? Все пробили. Да, блядь, было уже 430, парни. Че, не слышно меня? Ставьте 430. У кого так есть? Ты ж хэвики сказал 2 штуки. Правильно, ну что, у нету больше ни у кого хэвиков? Я хочу хэвики. У меня есть, я на тайпе, у меня. Парни, есть. Сейчас не идет, что вы хотите. Сейчас надо то, что надо. Они меня специально подставляют. Давайте, давайте. Еще 430. Питак у тебя нету? У кого же был? Нету. Да кончим, чтобы он был сводится. У меня 260, да, у меня первый. Было. Ой, у меня... Раз, два... Еще СТ-шек. Ладно, я еще возьму одно. У меня 91-й. Я могу. Та тайпа что, убирать? Маус... Нет, тайпа пускай будет. Два мауса, два тайпа, окей. Два хэвика есть, СТ-шки, 87. Ну ладно, окей. Пускай так будет. Юра, И7 или там это, Е100 взять? И7. Все, ставьте готов. По средам это потяжелее здесь. Можно взять Е100. О,
они тоже утяжелились, да? По-моему, то же самое, что и было в прошлый раз. Ну и теперь 2 и 4. 200. Ну да. Короче, тайпы и маусы. Остаетесь здесь, только ну так сделайте, чтобы вот несколько вот, например, тайпы здесь стояли, маусы здесь стояли, чтобы им труднее было вкатывать, типа, перекрестку сделайте, да? И останутся 3 семки. А, не, останется ее 4 и 2 семки, а 277 и 2 семки, 140-е, вот это все, едем на гору, и хэвики. Забираем гору. То есть 2 семки остаются на базе. И Е4. Кто Кощей и кто останется еще? Семерочек. На базе останется. Они опять подсажут. Юр, где лучше встать-то? Ну, смотрите сами. Так вот, маус, например, здесь станут, хэвики здесь станут. Они, видите, идут по центру тупо на захват. Станьте так, чтобы вы могли сбивать, просто работать. Они будут выходить. Блять, какое это корыто медленное. Висим, вставай так, рамбом здесь вот, вот к этому углу. Вот к этому. Кощей. Что? Чтоб танковать. Здесь, говорю, вот так вот можешь стать. Выходим, выходим. Слушай, выходи, сразу разменивайся. Он еще на КД должен быть. Ну я за тебя сбрячу. Заряжен, заряжен. Помогайте. Клинчу его тупо. Спереди амельс. Назад, Кощей, назад, назад, назад. Все, вот. Этого едим. Еще раньше дом выпирает. Вот он по своей левой гусенице немножко МД спрятал. Блять, ну пятак, ну дай влево, ну ё-моё. Едьте, гора, едьте вперед. Гора, едем, 50-го забираем. Все, давим чмырей, они расходник. Все, давим, убиваем. Быстрее, а то у меня кое... Расход куда там, кисти просто, нормально. На гусле. Минусуем, в движение едем. Добиваем движение, это все. Выбирайте. Дальше. Добиваем, вот сейчас вот и надо убить тайпов. Вот этих, зайти. И стачек добить, и вот тайпов добиваем. 140 пить надо меньше. Где четвертого? Нам тут вкатывают. Он КД. Ты чё ты делаешь, 140-й, блин? Меня пингует. Е4-го. Маусы, подъедьте ближе, чтоб вам выкатываться. Теперь, нет, теперь вот выкатываться. Это всё вкатываем сюда. Банан, горит. Сбивайте захват, сбивайте. Они быстрее банан. Сразу давим, сбивайте. Сбивайте. СТ-шки проходите сразу, не идите на банан. Всё, пиздец. Сразу сюда. Аллах Акбар. Пипец. Game over. Просто долго, два, один маус тут перекидывается, второй, ребят, нам смотреть же за...